США официально признали биткоин. Комиссия по торговле товарными фьючерсами разрешила продажу биткоинов на Чикагской товарной бирже. Первые торги 18 декабря. Американская электронная биржа NASDAQ хочет запустить фьючерсные контракты на биткоины в первой половине следующего года. Добавлю, на этой неделе курс биткоина превысил рекордные 11 тысяч долларов. Правда, затем резко упал, практически на 2 тысячи.